В Павлодарской области в рамках новой концепции празднования Наурыза стартовал 10-дневный марафон. Главной задачей является возрождение традиций и обычаев казахского народа. Представители старшего поколения встретились с юношами и девушками и провели интеллектуальные уроки на тему жетата. Мында бізде төрт бұрышты бауырсақтар, және де дөңгелек бауырсақтар, сонымен қатар бізде шей бауырсақтар. Главная цель организаторов – популяризация национальных ценностей, традиций и обычаев. Не обошлось в этот день и без приготовления традиционных блюд, среди которых баурсаки. Представители старшего поколения поделились уникальным рецептом и даже провели мастер-класс. На сегодняшний день мы совместно с воспитанниками медресе подготовили национальное наше блюдо. Как же без него в праздничный Наурыз? Это хлеб, да, это самый основной продукт наш. Мы подготовили несколько видов баурсаков. Марафон начали с учеников медресе мечети области. Молодому поколению рассказали, в чем смысл знать жетеата. Как говорится в казахской пословице, кто не знает своих предков, тот неуч. Уже по данному высказыванию можно судить, что казахский народ всегда относился с уважением к своей истории. Очень важно знать свою родословную, а молодежи важно не забывать культуру своего народа. По нашим традициям, на протяжении потомки семи поколений, они не женились друг на друга, соответственно, не было смешения крови, не было. Сегодня ученые доказывают, что это с точки зрения медицины тоже очень поддерживаемая такая традиция. К сожалению, какое-то время было, что мы немного подзабыли свои истоки. Сегодня это все благодаря программе президента, программе государства. Все это обновляется, мы уже больше узнаем. Марафон продлится 10 дней. Организаторы также намерены встретиться со школьниками, студентами и представителями неправительственных организаций. Сабин Рахимбай, Марат Игликов из Павлодара, Хабар 24.